Анонс и точки до выхода 10 серии турецкого сериала «Если сильно полюбишь». 10 серия сериала выйдет в эфир 9 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как Лейла получила неожиданное для нее предложение от Атеша. Он попросил выйти за него замуж. Затем Атеш надел на палец Лейлы кольцо, и она была очень счастлива. Она ни на секунду не раздумывая ответила согласием. Лейла совсем скоро выйдет замуж за мужчину, которого очень сильно полюбила. Только Лейла не подозревает о том, с какими трудностями ей предстоит столкнуться впереди. Атеш смог узнать правду о Лейле, и когда он сделал ей предложение, то решил таким образом устроить для нее проверку. Он хочет узнать, насколько далеко Лейла может зайти в свои лжи. Сама же Лейла не замечает того, какая беда на нее надвигается. Когда Атеш сообщил детям, что он и Лейла собираются пожениться, то они очень удивились этому. Сама же Лейла не понимает, как она будет вести себя в этом доме. Словно она замужем за Атешем. И как это все будет на самом деле? Атеш сказал Лейле, что может быть эта свадьба – причина. И это будет большая возможность, чтобы помириться с семьей. Когда Атеш и Лейла были вместе, то неожиданно появилась Фисун. Лейла сказала, что сейчас не самое подходящее время и место. Фисун посоветовала Лейле, чтобы этот маленький мозг она спрятала в себе. Атешу не понравились подобные слова, и он попросил Фисун разговаривать правильно. Фисун указала пальцем на Лейлу и заявила, что эта девушка самая настоящая лгунья. 10 серия сериала выйдет в эфир 9 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.